2019 года. Я прошла 3 обновленных ступени и много сангай. На данный момент нахожусь в каком-то тупике. Как лучше сделать? Пройти новую первую или сангай индийских богов? Огромное спасибо. Вы торопитесь и вы спешите. Дело в том, что вот то, о чем я сегодня говорю, о выборе духовного пути, и является для вас ключевым моментом. Люди, они хотят или стремятся заниматься эзотерикой и думают, что это как гимнастика и йога. Кстати, о йоге тоже сейчас скажу несколько слов. Человек думает, что занимаясь эзотерикой как йогой, он может получить то, что там есть. Отчасти да. Отчасти да. Если каждый день читать мантру Сьядатхидана Джини Грини Сарварта Садхани Шишина Лагашимана Нашесетяна Тупадма Падаисваха Умбигуни Бармасу Пагисваха или Видям Дахи Махешвари Самастамадхидам Дахи Дахими Парамешвари или Матхила Дахи Дахими Парамешвари или какую-либо другую мантру, которая связана с деньгами, то станьте богатыми. Год будете практиковать, и все равно, вы эзотерик или нет. Но не изменив духовную составляющую своего сознания и своей души, вы прекратите их читать, и все вернется на пути свои. То есть, да, вы получите, но да, прекратив, вы перестанете. Тогда в чем же является концепция? Самой важной концепцией при выборе духовного пути и важности понимания его является понятие того, что те упражнения, которые я даю, они являются духовными. И что это такое? Первое. Когда вы практикуете мои эзотерические практики, всегда ощущайте тепло и радость в груди. Это первое и очень важное. Второе. Свое сознание не направляйте в места, которые болят. Никогда этого не делайте. Наше сознание уничтожает места, если направлять в те места, где болит свое сознание. Так, если орган не болит и на нем сосредотачиваться, то он не заболит. Но в случае, если там есть какие-то проблемы и ваше сознание будет там находиться, как, допустим, у Вергофа или, допустим, у Александера, там сосредоточься на месте, которое болит, наполни его и так далее, это неправильно. Потому что таким образом разрушается орган. Почему? Наше сознание – враг наших органов, наше сознание – враг нашего тела, как бы вы это ни воспринимали. Наоборот, сознание необходимо отключать. На что? Ну, самый простой и верный способ – это голод. Если человек голоден, то его сознание не думает ни о чем. Он думает только о голоде. Сознание отключено от тела. В это время наше тело, у которого больше шансов, или есть такой механизм, называется аутофагия. И эта аутофагия, она ей там 10 миллионов лет, а нашему сознанию сформированному там 5000 лет. Таким образом, наши клетки, они имеют больше шансов восстанавливаться, если им сознание не мешает. Но стоит сознанию обратить на них внимание, они начинают разрушаться. И так устроен голод. Человек, думая о голоде сутками, его клетки способны на самовосстановление. Поэтому человек, который там один раз в неделю голодает, там один раз в 9 дней, вернее, голодает, сможет восстановиться и вылечить какие-либо болезни. А если человек сосредоточен, допустим, там на каком-то органе, вот начните думать о зубе, думайте 24 часа, зуб разрушится. Точно так же и о деньгах. Думайте о деньгах, страдайте, и это все разрушит. Мозг разрушитель, он разрушает. Как научиться? Или как можно сделать, есть ли духовное упражнение, которое может восстановить тело? Ну, конечно. Говорите своему телу, ты не можешь шевелиться, мозг от тебя отключен. После этого легли. Потом начинаете считать, повесили что-нибудь перед собой. Первый шарик, второй шарик, третий шарик, четвертый шарик, пятый шарик, шестой шарик, седьмой шарик. А тело не может шевелиться. Пока считаете шарик, своему телу говорите, пусть все органы восстановятся, и пусть вот это место, которое у меня болит, перестанет болеть. Вот так. Таким образом мы можем включить это духовное упражнение целителя или целительства. Так мы можем помочь человеку исцелиться. Вот осознание, если там, допустим, изучает Тайцзи Юань Цигунь по Сю знаменитому, то там есть такие методы: сосредоточься на органе, который болит, дыши в него, заполняй его энергии, сосредоточиться, нехорошо это. Ну и глядя на Сию, я могу сказать, что он уже сам понял, что он ошибался, потому что возраста-то мы с ним одинаково, а выглядит он совсем не особо хорошо. Но не стоит забывать, что у меня за плечами перенесенная онкология, а он-то здоров всегда был.
Ну ладно, это его проблема.